Maserati представила 530 сильного конкурента Porsche Macan. Итальянцы показали компактный кроссовер Gricoil, который стал вторым авмарки Maserati после модели Levante. Компания Maserati представила компактный премиум-кроссовер Gricoil, ставший вторым серийным ав итальянской марки после модели Levante. Новинка, названная в честь сильного средиземноморского ветра Grigal, составит конкуренцию Porsche Macan, Jaguar F-Pace, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. В начальных модификациях GTI Modena кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, работающим по технологии умеренный гибрид вместе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой. В первом случае мотор выдает 300 лошадиных сил, а во втором отдача увеличена до 330 лошадиных сил. Вне зависимости от версии, кроссовер укомплектован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZEV и системой полного привода. Maserati Gricoil в младшей модификации GT способен набирать сотню за 5,6 секунды, а в более мощном варианте Modena за 5,3 секунды. Что касается топовой версии Trophy All, то ее оснастили новым 3,0-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, ранее дебютировавшим на суперкаре MC20. Агрегат, в котором использовали технологии Формулы-1, развивает 530 лошадиных сил и 620 Нм, доступных в диапазоне 3000-5500 оборотов в минуту. Этот мотор позволяет кроссоверу ускоряться с места до 100 км в час за 3,8 секунды. Заявленная максимальная скорость составляет 285 км в час. Особенностью салона новинки стало минимальное количество физических кнопок и аналоговых переключателей. Управление большинством функций осуществляется при помощи центрального 12,3-дюймового сенсорного дисплея, под которым расположился еще один экран диагональю 8,8 дюйма, отвечающий за климатическую установку и прочие настройки систем комфорта. Европейские продажи нового Maserati Gricoil начнутся до конца первой половины 2022 года, а затем модель доберется и до других регионов. Цены объявят позже.